Так. А, передо мной здесь стоит Михаил Бычков. Ты, по-моему, лидер, да, команды Юнион? Ну, у нас как бы лидеров нет, у нас все. Я считаю, все молодцы, все стараются в мере своих возможностей, но как бы каждый лидер по-своему, скажем так. Поэтому мы вместе и кричим все время, как бы когда собираемся вместе, потому что мы команда, когда единое целое. Меня очень порадовала сегодня ваша игра с Барс. Несмотря на то, что вы проиграли, это была хорошая игра. Вы даже иногда вели, и Барс где-то даже был, наверное, нервничал в плане того, думал, что, может быть, все-таки даже и проиграет. Это результат работы над ошибками в связи с прошлой игрой или так получилось? Да, безусловно. Как бы, ну, команде Барс, во-первых, спасибо за игру. Хорошая команда, интересная с такими командами. Всегда приятно играть, но... Чтобы побеждать такие команды, в защите надо бегать не трусцой, а гонять во всю мощь. Вот. Поэтому этот, наверное, компонент, над которым нам надо работать, еще работать и работать. Вот. Ну, сегодня порадовала результативность, как бы, в принципе, достаточно неплохо попадали из-за дуги. Вот. Но еще есть над чем работать, скажем так. В том числе и физическая подготовка оставляет желать лучшего. Я знаю, что прошлый результат игры с «Восток-121» вас очень огорчил, тем более, что у вас были все шансы на победу. И, ну, на мой взгляд, вы сами его упустили, несмотря на какие-то там еще другие обстоятельства. У вас были все шансы, потом что-то пошло не так. Хотелось бы как-то переиграть, какой-то реванш взять? Или уже как было, так было? Да, безусловно. Концовка, очень все расстроились. Долго обсуждали и пересматривали эту игру, как бы, в принципе, считаю, что по игре достойны мы были победы, но, в принципе, также по игре эту победу сами упустили. Вот, и надо было решать, ну, скажем, вопрос не затягивать на концовку, а решать еще до финального свистка, скажем так. Потому что все предпосылки были, в принципе, команда позволяла играть. Позволяла играть, бежать, забивать, вот, поэтому победу упустили сами. И какой у вас план на сезон? Побеждать. Мы будем бороться в каждых играх. Никакому сопернику легко с нами не будет. То есть мы будем стараться выкладываться по максимуму каждой игры. Так может это даже заявка на второй дивизион? Ну, на второй, наверное, еще пока рановато об этом говорить. Но то, что в третьем мы постараемся как-то пошуметь, это факт. Понятно, то есть никому легко не будет, да, с вами. Однозначно. Поздравляю, желаю тогда исполнения ваших стремлений и удачных игр. Да, не спасибо. Болеть.